Йоу, чуваки, всем привет! Это обзор моей дёртовой пушки. Так, начнем с рамы. Это, конечно, Dartmoor 2 Six Player, алюминиевая дёрт рама. Просто топ, геометрия топ, очень мне нравится. Идем дальше по цене. И это вилочка. Вилочка. Manitou Circus Expert. Офигенно работает, мне нравится. После зимы пойдет на ТО, на переборочку. Нажим сидушечки, понятно же, no name. И сидуха с посиделом Dartmoor Combo. Офигенно, мягко и удобно. Все четко. Передочка КНЦ СМБВ-52. Если вам это что-то говорит, отлично, мне нет. Дальше шатончики. Я, как я понимаю, no name. Потому что надписи на них никаких нету. Дальше, на шатончиках у нас педальчики Thermalite. Личные педальки мне нравятся. Руль офигенный, Dartmoor взял за полцены. При этом он был новый, офигенно. Грипсики Audi отличные, удобные. Ну, это Audi, это понятно. Вынос Хусефелд старенький, но при этом в новом состоянии все четко. Рулевая, короче, собрана из двух или трех рулевых, так что я не знаю, не могу вам сказать, что это такое. Но все работает отлично. Дальше у нас тут идут колеса. Колесо переднее, втулочка Novatec. Обод no name. Спицы тоже обычные, дешевые, базарные, то есть как всегда. Покрышка Kenda Flame, тоже самая дешевая покрышка. Офигенно, нормально. Задняя втулочка Quando, дешевая, обычная, но все четко работает. Спицы тоже дешевые, обычные, просто белые. Обод Weidman. Крепкий обод, нормальный. Дальше. Тут у нас должна быть кассета с передачами, но тут переходничок под одну передачу, под Single Speed. От FireEye, переходничок. Цепка КМС, надежная, четкая. Звезда передняя, no name. Ну вот и все.